Привет, Костя, привет, Макс. Меня зовут Петр Вечерков. Сейчас вы увидите моего брата Вечеркова, Иван. И мы бросаем вам вызов. Так, и вызов заключается в том, что вы должны засунуть в рот вот такую самый обыкновенный диск. Вот. Диаметром он у нас сколько? 12 сантиметров. Так, все правильно. Ну что ж, давай. А, но прежде чем он засунет этот диск себе в рот, в свою дискетницу, мы хотим сказать, что этот вызов мы бросаем именно кому? Кому? Косте. 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 Итак, ну что, давай. Так ты еще скажи, что мы сейчас засунем и замерим, сколько останется, и он должен будет засунуть, ну, до столько, за сколько я засуну. Ну, ты сказал, поэтому давай. Так, погружаем. Дисковод. Ошалеть прям. Так, берем тихо. Берем линейку. И сколько это получается? Ага. 4 сантиметра. Ага. А, подожди, вот так вот. Ага. Это получается даже почти, ну, 4,5. Да, давайте сделаем погрешно. 4,5 сантиметра. Ха-ха. Что ты делаешь-то? Ха-ха. 4. Хорошо, 4 сантиметра. Ну чё? Погрешность. Ждём косарь.